Давайте посмотрим на цыганском оракуле, что ожидает ближайшее будущее. Смотрим. В ближайшем будущем, посмотрите, кого-то ждет праздник, а кто-то все-таки томится и надеется на какое-то утешение, кого-то ждет, да? Возможно, это друг или подруга. Ну вот такие вот события могут происходить разные на вашем пути. Кого-то, может быть, даму или мужчину, также мужчины зеркалят на себя, ожидают встречи с таким самодостаточным мужчиной. Это дворянин, то есть человек статусный. Он может либо приехать к вам в гости, ну что-то будет у вас происходить именно в дома. Смотрите, не нужно проявлять легкомыслие, потому что могут быть, знаете, какие, если вы легкомысленны, то все это спустится на смарку. Если кто-то ожидает путешествий, обязательно отправится в путешествие. Ну, карта жены.